Syndicate Wars — это продолжение одной из популярнейших игр фирмы Bullfrog. Его ждали долго, целых 4 года. Как и в первой части Syndicate, здесь мы имеем дело с трехмерной графикой. Но герои, ваши подопечные боевики, сделаны несколько крупнее, так что не придется столь сильно напрягать глаза, как раньше. Напомним вкратце сюжет игры. В будущем весь мир оказался поделен на сферы влияния различными преступными синдикатами. Как и положено таким синдикатам, они занимаются убийствами, похищениями, терроризмом и прочими неблаговидными делами. Вы – один из руководителей такого преступного сообщества и командуете отрядом боевых киборгов. Киборги исключительно послушны, но за такое послушание приходится дорого платить. В данном случае киборги абсолютно потеряли всякую самостоятельность и являются просто человекообразными автоматами, которые способны только безумно выполнять приказы и не больше. В самом начале игры ваш синдикат не имеет почти никакого влияния в мире, и ваша задача, последовательно выполняя предлагаемые задания, добиться контроля над всей планетой.